Здравствуйте, товарищи! Немного панзара! Закинуло меня сразу в бой! Так, мы тут продолжаем вспоминать, что такое берсерк. Не особо удачно мы отыграли им вчера. С непривычки. Так, что тут средние веса? Теперь я довыебывался. Так, где команда ты, ёб твою мать? Твою мать! Да блять, что за тормоза? Хорошо. Мультикил.
Хорошо. Так, чё все мёртвые-то, блядь? Пролюбили точку опять. Да, неудачно вышло. Чё опять все мёртвые-то? Хорошо. Хорошо, блядь. Godlike.
Блять, сколько он уже раз меня пристрелил-то, ёбаный в рот. Горит. Удачно. Да, сорка, скай ебош. Самое время. Далее у нас осада, мы в защите на УБФ, продолжаем вспоминать класс Берсерк. Максимальные веса на этот раз. Вы гляньте на этих, блять, саперов с обеих сторон. Каков пиздец. Так, ну что ж. Дорога из топа в дно. Потому что на этих весах я адекватно не могу играть, вы знаете. Так, размен ударами. Первоначальный набор очков. Быстрее бы включить стаки. Типичная ошибка от берса противника. Но которую совершают не только берсы.
это упасть, получить печать, потом встать и сразу упасть. Снова. Вот кому делать нехера. Что ж, теперь моя ошибка. Да ёб вашу мать, да блядь! Как же, блядь, вот это вот бесит! Пятнадцать очков по пизде пошли! Да ёб вашу мать, блядь, ну какая сука это делает, блядь. Я тут махаю, блядь. Без дела. Так, очков мне не дают, нихуя. Блять, хил, сду это говно. Хотя выжил. Я вижу, да. Ёб вашу мать, блядь! Да, на дно. Бля, поставь купол. Всё правильно. Нету, да? Клёво.
У нас так-то второй сюда есть, может быть. Это Европа. Пиздец, блядь. Так лежит. Там мина. Так, ну чё, проебём, получается. Не, я тут не могу, блядь, играть. В таких условиях. Я сейчас камни скину, слышите? Камни. Бля, у них полки не прям стресс какой-то. У всех прошапки, да? Это вполне. У всех, у всех. Дальше. У меня прошапки какие-то. Я
А падение с высоты хп в процентах отнимает? Для определенных значений? Да. Нет, проценты. Ну так а ты аккуратнее, там типа есть капы. Если ты фуловые стаки, то патч можно сдохнуть. Там свой кап, короче, есть. Ну, я по проценту. Даже не комментирую. Откуда хуярит сапер? Ёб твою мать! Monster kill! Godlike! Mega Slaughterfest! Somebody stop him! Und voila! Так же же. Короче, как-то так. На таких весах я на дне. Шахту нас дали. Опять у нас максимальные веса. Опять на дно, сука. Каков пиздец. Охуенно, блядь.
охуенно я добил. Так, 4-2, 5-2. Мы выигрываем, тем не менее, схождение. 6-2. Вот что значит диспел. И вот что значит хорошие танки. Блять, нахуй вы не отошли. Хорошо, блядь. Help, guys! Себе. Я с полными стаками кого-то добиваха и не добил. У меня там урон под 40к должен быть.
di lava rossa! Un guau! Kai! Un guau! Double kill! Правильное решение. Так, у противника проблемы с составом начались. Минус один танк у них. Причем канонира, по-моему, не было изначально. То есть еще там кто-то ливнул. Бой превращается в избиение. Я такое не очень люблю. Старый их танк вернулся. Виза появилась у противника. Я, сука, на дне. Что ты будешь делать-то, блядь? Thank you.
Так, далее у нас доминация на туманном перегоне. Что тут у нас по раскладу? Противник силен. Не было бы противника инка 2600, еще не так бы страшно все это выглядело. Берцы, а что такое? Мы никто не разбираем, а? Точечку у нас заняли уже. Да и хуй с ней. Охуенно. Два хила, блядь. Два хила, блядь. Хуй раз кто похилил, блядь. Я уж про печать вообще не заикаюсь. Там, знаешь, играю в
углам ставить. Пошорка там сразу же палец ломает. Так, ну нет, у вас пацаны не заставят. Потом мне даже нравится или ты не готов пацаны. Я пытаюсь то и то делать по максимуму, по максимуму. Так, где, даже... блядь, команда, ёбаный в рот? Сверху ТП. Да и хуй с ним, блять. Она мешает тебе, что ли? Третий раз говорю, блять, эту фразу. Два хила, блять. Ебать, мне печать дали. Хила, блядь.
блять, хила. Так, чё, еще развести ее на 3 цп. Окей. Унгвал! Да, опустить-то нечем. На опускание-то откат большой. Охуенно. Блять, ебитесь как хотите. Что так тянет, блядь? Тугроумы. Собрались и ждут, блядь. Какого хуя ждете, сука? Да ждем, блядь, чтоб ты там что-то пизданул.
куда нажал. Проебем, блядь. И правильно сделаем, я считаю. Блять, сложно на точку, блять, просто пройти нам. Да это специально, чтоб тебя побесить, блять. Я хуй туда пойду, я в рот ебал. Как-то так, блядь. Так, ну чё, пора и камни-то потаскать. Немножко. Hey!
хилов нам не завезли. Охуенно, блядь. Я раньше нажал паверку. Чмо читерское, блядь. Танк, блядь. Охуенно. Блять, заебанные читеры, блять, лагающие. Что, блять, с пингом нахуй? Хорошо. Slaughterfest.
песок у нас разбушевался, блядь. Закончили упражнение.